Моя мать мертва. Моя мать мертва. Она погибла много лет назад. Ты не моя мать. Я прожила в разы дольше, чем вся твоя цивилизация. Но еще не видела столь пикантной иронии. Узнав, что случилось с супругой великого Ричарда Крофта, я поняла. В своем отчаянии он найдет для меня то, о чем я так давно мечтаю. Потом он предал меня в Таиланде, за что я его лично убила. Но когда явилась ты с перчаткой Тора, я поняла, что смогу отправить тебя по отцовскому следу. И что он приведет нас сюда. Ты, кажется, не учла, что я буду держать в руках. Когда я сотворила это существо для Аманды, она не знала его истинного предназначения. Уничтожить тебя здесь и сейчас. Вы обе так и не догадались, что стали пешками в моей игре. Ну вот и все. Прости, что ухожу. Но мне еще надо разбудить змей. Мидгардский змей разорвет мир на части, и только молот Тора его остановит. Иди, я их задержу.
мидгардского змея, Тор все равно умирает от его яда. Да, если ты не расчистишь коридор и не вытащишь нас отсюда. Заряд кончился. Прям как в Боливии. Хорошая новость. Мы спасли мир. Плохая новость. Теперь мы умрем здесь так же, как твоя мать. Погоди. Должно быть, мама пыталась спастись с его помощью, но не знала, как. Если, вынимая артефакты, мы всегда попадаем сюда, то что будет, если я уже здесь? Может, ты попадешь в ад? И все вернулось на круги своя. Что? Ты думала, мы в расчете? Убей меня, но мы не будем в расчете.